Приветствую вас. Вы знаете, не очень понятно, как конкретно вы предлагаете психологам нам ну, скажем так, отвечать на ваш вопрос. То есть мы не знаем мужчину, о котором идет речь. Мы не знаем человека, о котором идет речь. Мы не знаем характера ваших взаимодействий. То есть вот буквально, как вы взаимодействуете, мы этого не знаем. Мы не знаем, по поводу чего вы взаимодействуете. То есть, что между вами общего, что стало, вообще говоря, ну, основанием для отношений. Вот. И соответственно, сперва нужно ответить, наверное, себе на эти вопросы все, а уже потом, можно будет говорить и о чем-то другом. То есть потом можно будет что-то другое уже обсуждать. Пока что, ну вот, я бы сказал, что есть проблема молодого человека, который либо боится отношений с вами, либо хочет вами манипулировать. Например. Да, такое возможно. К сожалению, такое возможно и вполне возможно, вполне, что человек просто хочет вами манипулировать, вот. Ну и манипулировать, соответственно, вот. Понимаете, скорее всего. А вот, в принципе, такая история, такой момент, я думаю, это вот то, что, то, как бы я вам ответил на вопрос, который вы задаете. То есть я бы ответил на него, на вопрос, который вы задаете. Я бы ответил, ну вот, таким образом, исключительно. А что представляют из себя ваши отношения? Что они из себя представляют? Какие они, эти отношения? Может ли такое случиться, что мужчина не любит? Да, может. Такое может случиться, что мужчина не любит. Да. К сожалению. Что это значит для вас, если он вас не любит? Означает ли это что-то для вас?
Если он вас не любит. Как-то вот вы, ну, как-то вы болезненно на это отреагировали бы или как-то еще. Какие у вас чувства к человеку? Мне кажется, да. Все это очень важная вещь. Вот. Понимаете? Ну, мне так, опять же, мне так кажется. Все это очень, очень важная вещь. Которые вам, на которые вам нужно обратить свое внимание. Дальше, что мешает вам, что мешает вам расценивать поведение человека так, как вы его чувствуете, так, как вы его ощущаете. Вот что вам мешает это сделать? Почему вы не можете это? Почему вы не можете рассмотреть именно вот то, что происходит со своей позиции, с позиции своих чувств, с позиции своих эмоций, с позиции своих ощущений? Почему? Что-то мешает? Если мешает, то что мешает? Соответственно. Мне кажется, что очень важно понять этот момент для вас, чтобы вы понимали. Я не хочу сейчас делать никаких вот, знаете, прогнозов, да, не хочу сейчас говорить, что вы, возможно, зависли, что вы, возможно, там, не можете без человека. Я не знаю. Но подумайте сами, что вы чувствуете. Подумайте сами, в чем ваш конфликт на данный момент. Есть ли конфликт? Если есть, то в чем он? Какой он? Почему он стал возможен? Ну, не хочет мужчина отношений. Это будет его проблема. Его. Но вы воспринимаете это, судя по тому, что я вижу на свой счет. И вопрос, который вам нужно себе задать. Главный вопрос, который вам нужно себе задать, это вопрос, что я чувствую к мужчине. Не что он ко мне чувствует, а что я ему чувствую. И что я готова ему дать. И готова ли я ему что-то дать. Вот это мне кажется, один из ключевых моментов, на которые вам нужно дать свой ответ. И когда вы это сделаете, то ситуация сразу станет понятно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.